Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодняшнее видео по проекту Play Nano, где я абсолютно без вложений на просмотре видео зарабатываю криптомонетку Nano. Сейчас я авторизуюсь. В этом видео я хочу показать, как делать вывод с проекта в режиме онлайн. Так как я первый раз делала вывод, и как бы думала, что вывод долго будет обрабатываться. Вывод обрабатывается абсолютно быстро. Можно поставить на паузу и пару минут, и вывод придет. У меня на балансе на данный момент вот такое количество монеток. Если мы перейдем на CoinMarketCap, стоит она $5, эта монетка. Так, и кто не знает, у меня есть видео, я показывала, как просматривать видео. Нажимаете вот сюда Earn, вот потом вот сюда на вкладочку, больше я здесь ничего не делаю. Потом кликаете сюда, опускаетесь в самый низ, смотрите 5 коротких видео, шкала загружается абсолютно быстро. После 5 просмотров нужно будет разгадать капчу, и монетки капнут вам кабинет. Опять я захожу в кабинет. Смотрите, минимальный вывод, напоминаю, 0.301. Сумма уже как бы стоит по умолчанию. Переходим на биржу. Я вывожу на биржу, потому что если, ну, установлю я этот кошелек, потом так или иначе мне придется это все выводить на биржу. И так как потом уже это все менять. И вот моя монетка Nano. Вот у меня сумма моя 0.201. Так, как ее выводить? Я вот здесь набираю минималку. У меня здесь минималка не как обычно, да? Здесь у меня, здесь вот такая минималка, если на кошелек выводить, маленькая, да, 0.301, она просмотрели и заработали. У меня там биржу сюда, чтобы завести вот эти монеты, больший, да, ввод. Значит, я кликаю вот сюда, ввод. Далее. Так, подождите. Окей. И вот мне, видите, написано минимум депозит 0.201. Это больше, чем вот здесь на самом сайте. Окей. Если я закину меньшую сумму, то мне монетки не придут. Понимаем это, да? Минимум депозит 0.001. Nano. Здесь у меня 0.002. Понимаем это, да? Вот. И я как бы подгоняю сумму, смотрю видео, чтобы мне вывести на биржу. Значит, я копирую адрес. Скопировала я адрес. И я перехожу сюда. Вставляю адрес с биржи. Теперь вот здесь мне нужно вставить сумму. Я буду вставлять вручную. Так, первая цифра 2. Что у меня там еще? Так, 861. 86. Не поставлю 0. Так. Так, ну что, я вывожу. Адрес я прописала. Все, клику. Ага. Видите, допустимое значение. Давайте-ка прочитаем. Ага, 002 надо. Видите, без... Господи, вот что я сделала. Ай. Да. Да.
Что у меня там? Ага, видите, нет. 0,02 тогда. Ну, пусть так будет. Видим, да, что я не могу больше сумму. Все делаю при вас. Вот эту сумму я не смогу вывести. Вот эти 8, 6, 1. Ровно количество надо. Ну, бог с ним. Кликаю вывод. Все загорелось. Вот видим, да, зелененьким. И как бы на вот этот адрес у меня перейдет монетка моя. Мне должно прийти письмо на почту. И, естественно, мне появится как бы сумма, платеж на самой бирже. Ну, а пока пауза. Подожду пару минут, потому что вывод приходит, ну, очень быстро, ребятки. Ну что, прошло минут 5-7, пока я ждала вывод. Пока поступит, я просмотрела здесь видео. Просматривала как бы. И как видим, у меня на балансе уже как бы есть еще копеечка. Опять же таки, да, как видим, да, я уже набрала себе на биржу 0,002. А мне минималка 0,001 на биржу. Также мне вот поступило Binance письмо. Так, кликаю. 4 минуты назад. Значит, вы получили 0,002 нано на аккаунт баланс. Также я захожу сюда. Я иду в Fiat Spot. Как видим, минималка набирается быстро. Ну, буквально сколько тут прошло? Минут 5-7. Так, если даже... Да, вот, смотрите, я нажимаю на колокольчик, и вот они мои. Депозит нано. Видим, да? 0,002 нано. Мне поступило. Опускаемся, где мои нано. И вот мои монетки. У меня было 0,201 там с копейками. 0,003 стало. Вот. Как бы, да? И, ну, я считаю, нормально. Окей. Предупреждают то, что если я меньшую сумму введу, да, как бы мне день монетки мои не дойдут. И вот, пожалуйста, недавний ввод средств. 0,002 нано. Комплект. Я считаю, это неплохо. Ну, так что я буду продолжать зарабатывать. Не знаю, попробую еще сделать вывод. Возможно, два раза в день я не делала вывод. И здесь что мы? Я напишу. Два. Выведется. Да, вывелись, ребятки. Все при вас в режиме онлайн. Ну, буду ждать следующую выплату. Эту можно уже и удалить. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Вполне вероятно, что у меня даже вот эта монетка есть на моем Coinbase, но мне лучше выводить на биржу. Вот, чем на кошелек, потому что так как так или иначе, все равно придется через биржу это все менять и продавать эту монетку. Всем удачи, всем пока!